Всем приветики. Я сижу за своим косметическим столиком, зажгла свечу. Она мне так нравится. Хотела вам сказать о том, что это начало моего нового влога. Я надеюсь, они вам нравятся. На заднем фоне сваты. Я крашу брови. В общем, все как всегда. Повседневная жизнь моя. И это влог. И подписывайтесь на меня. Ставьте мне пальчики вверх. Также уведомления включайте, чтобы не пропустить очередные видео. Ну, а я пока буду заниматься собой и, в частности, бровями. Ну, а вы смотрите мой новый влог. Я снова на кухне. Я всегда здесь обитаю. Я люблю с компьютера смотреть сериалы. Люблю готовить. В общем, не суть важно. Так вот, пока у меня сегодня выходной, и я могу больше времени чем-нибудь там заняться. В планах у меня сегодня покрасить брови опять. Я их крашу где-то раз в неделю, раз в две недели. Ну, в общем, когда есть время. Вот. Но еще хочу вам показать рецепт бомбезной просто рыбки. Вот у меня муж рыбу вообще не кушает. Но именно этот рецепт запеченной рыбки просто. Поэтому я вам сейчас покажу рецепт. Очень простой, максимально легкий. Нам понадобится всего лишь рыбка, скумбрия. Я кушаю только скумбрию. Майонез и приправа для рыбы. Можно любая. Вот. Так что давайте пойдем готовить вместе с вами. Вы тоже научитесь готовить эту рыбу вместе со мной. И я уверена, что вы не пожалеете, если ее приготовите. Вот. Пойдемте. Вот моя рыбка, вот моя скумбрия. Она размораживалась. Сейчас я ее помою и буду начинать разделывать. Все это вы увидите вместе со мной. Так, рыбку мы помыли, начинаем разделывать. Первое идет вот голова. Так, выбрасываем. Я специальный пакетик, чтобы потом его закрыть и не было вот этого вот запаха рыбы по всему дому. Так, голова. Потом, конечно же, мы обрезаем наши плавники со всех сторон. Он теплого цвета, я не люблю желтый свет. Дальше берем фольгу, вымыли очень хорошо нашу рыбку. Главное, чтобы черного ничего не было внутри. Вот так. И ложим на фольгу. Теперь у меня есть специальная приправа для нежной рыбы. Посыпаем ею с двух сторон и внутри тоже. Так. И берем майонез. Тот, который у вас есть. Смазываем нашу рыбку майонезом. С одной стороны, со второй и внутри. Все, теперь заворачиваем. Теперь выкладываем на противень. Время готовности сказать не могу, потому что смотрю уже по готовности рыбки сама. Вот. Но когда уже ближе к тому, что рыбка готова, просто открываем и даем ей внутри чуть-чуть уже пропечься. Рыбка маленькая, ложу вот такой вот противень. Вот так вот и ставлю в духовочку. Вот она там стоит. Градусов где-то на 200, это у меня пока духовка разогревается. И где-то на минут 30-35. Всем приветики! И как всегда у меня на заднем плане, естественно, моя гладильная доска. Сделала я реснички, хочу вам похвастаться. Опять Эльку, изгиб очень-очень мне нравится, очень красиво. Вот, в общем, очень-очень довольна. Вот так вот. И также сейчас вам покажу свои маленькие покупки. Маленькие, потому что маленький. Ничего не купила, денег потратила. Ну, в принципе, как всегда. Вот. Так что пойдем вместе со мной смотреть, что же я купила. Вот. Вот все то, что я купила. Капец. Но сколько денег отдала, что как будто я не знаю, что я купила. Новый ноутбук, наверное. Ладно. Вот такие вот две штучки.
Это для того, чтобы украшать кабинет, нужно по 3 рубля стоили 6 рублей. Вот за 2 штучки отдала, так? Самый дешманский половник, который нашла, потому что у нас всего лишь один, и это неудобно, когда я готовлю компот, например, и у нас суп, то есть постоянно нужно мыть половник, короче, неудобно. Вот такой вот. Там же купила соевый соус. Если смотрите мои видео, то знаете, что им я обычно маринад делаю для мяса. Вот. Очень я подсела... Точнее, наша семья любит холс. Очень нравится нам вот этот вот микс. И вот это вот со вкусом колы и кофеина. Прикольно, кстати. Вот две мне, две мужу. Так, ватные палочки закончились. Нужно было купить. Купила новую ключницу. Почему? Потому что у старой у меня остались всего лишь две вот этих штучки. И все, она сломалась. Вот будет новая. Под цвет моего лака. Так. Маску купила, кстати, маска очень-очень дешевая. Купим в районе 2 рублей. Детокс, сужение опор. Маска-пленка с серебряной пудрой для лица. У меня уже есть такие маски, сейчас вам покажу. От этой серии у меня, видите, уже есть такая вот идеальная кожа за 60 секунд. Очень хорошая масочка, мне она нравится. Такая вот увлажняющая. И тоже от этой же серии обновления и сияния. Такие неплохие масочки. Вот, купила еще и третью. Ну и последний мужской шампунь мужу. Он любит у меня такое с мятой, что-нибудь со свежестью. В общем, вот такой вот шампунь. И там пижама новая. Вот такая вот пижамка. Взяла размер 48, чтобы она была свободней. Очень люблю я пижамы, на них просто помешан. Причем люблю такие вот какие-нибудь свободные, прикольные. Ну, вот это вот что-то такое тоже интересное мне показалось. Эту пижаму купила в твое. Первый раз в твое покупаю пижамы. Не знаю, раньше заказывала их по интернету. Качество было бомба. Это посмотрим. Вот, шортиками. Ну, и маечка вот такая вот. Лиючка, приветики. Приветики, пистолетики. Приветики. Скучал по мне, скучал. В общем, ладно, пойду все это новые вещи стирать и вот это все раскладывать. Кстати, совсем забыла вам рассказать, у нас же появился новый житель. И это совсем не Лиучка. Вот, сейчас вам покажу нашего нового жителя, который теперь будет жить с нами. Вот такой вот житель, который теперь живет с нами. Да. А вот я. А вот житель. А вот я. Не перепутайте. Толику... Мой юмор не очень заходит, а мне смешно. Ладно, вот еще раз говорю, наш новый житель. Мы его, кстати, еще никак не назвали. А там мои носочки с котиком. Ладно, мы его еще никак не назвали, но обязательно назовем. А еще его надо сделать вот так вот. Так, приготовила ужин и совсем забыла снять для вас рецепт. В общем, у меня здесь... Лаваш, начиненный мясом. Вот это сама начинка. Значит, здесь у меня фарш.
Вот она, ну, у меня это была свинина, говядина. Так вот, фарш с приправкой. Здесь сырочек натертый и сметанка и лучок. Все это перемешиваешь, намазываешь на лаваш, скручиваешь лаваш. И вот я сверху сейчас обмазывала это все желточком. И ставлю это все в духовку. Ну, ненадолго, чтобы мясо внутри приготовилось. Вот такой вот у нас будет. Ну, я бы не сказала, конечно, что это легкий, но ужин. Вот. Там теперь выбираю температуру на 200. Все делается, отправляется. Ну, а это у меня там еще остался лаваш. Вот. Я наполовину его вот так вот намазываю одну сторону и скручиваю. Это сейчас намажу и отправлю в морозилку. У меня будет в морозилке замороженный уже готовый. И один раз ко мне нагрянули вечером гости. Я просто в духовку поставила, и было очень-очень вкусно. Поэтому сейчас сделаю такие мини-заготовки, чтобы на всякий случай, мало ли что. Значит, сделала я новый маникюр на голове бы что, потому что была в шапке. Вот вам сейчас фоточку здесь вставлю. Очень красиво, мне безумно нравится. Ну и как всегда, не обходится без покупок. Блин, прическа прилизанная. Было так красиво, сейчас прилизаешь. Ладно, не обходится без покупок. Стоит кипятится чайник, потому что я безумно хочу чая. Вот. Поехали, давайте покажу вам покупки. Так, значит, захотела я вот такие вот хлопья 7 злаков. Тут как это, как овсянка, да, только тут несколько разных злаков. Вот, очень-очень захотела с молоком сварить, так. Идем дальше. Ну, это Лео, как всегда. Вот наклеечка. Педигри, Чаппи, всякая вот эта вот штуковины. Штуковина, Лилочка, это тебе. Да, это тебе, представляешь? Так. Дальше. Наш любимый кетчуп густо. Появился вот такой вот томатный. Решили тоже попробовать. Мыло Дав. Наш любимый Холлс микс. И пельмени студенческие. Больше всего мы обожаем бабушку Аню. Вот такое было мое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Кстати, не пугайтесь цвета моей помады, потому что я решила сегодня сделать а-ля макияж и накрасить губы, чтобы хоть как-то красивенько было. И попробовала впервые вот такой вот оттеночек. У меня их много разных, и никогда не крашусь ими. И вот попробовала, вот получилось как-то так. Смешно, конечно, но их стирать очень долго, поэтому ладно, похожу пока так. Вот. Так что, это было мое новое видео. Вы его оцените, поставите мне пальчики вверх. Также подпишитесь на мой канал. Обязательно нажмете на уведомления, чтобы не пропустить новые и очередные мои видео. Ну а с вами была Лена Фрост. Всего вам самого-самого наилучшего. Я постараюсь вас почаще радовать своими видеороликами. И всем пока-пока! Будьте добрее, а главное вам здоровье. Берегите себя и своих близких.